Ксения Занина собиралась с мамой в Москву на летний отдых и решила совместить приятное с полезным. Юная вокалистка попробовала свои силы в трех столичных конкурсах. На международном фестивале-конкурсе «Звезды столицы» было много участников со всех регионов России. Ксения отмечает, что у соперников был высокий уровень вокала. Саровчанка стала претенденткой на гран-при и вышла на сцену на гала-концерте фестиваля с песней «Небо славян». Мы сперва выступали в зале перед всеми, жюри решали, какое место дать, и был гала-концерт, где выступали лучшие дети, которые, ну, если они поют на гала-концерте лучше, то они могут заслужить гран-при. Но я, может, немножко не так спела, вот поэтому получила лауреат первой степени, но это тоже неплохой результат. Также Ксении вручили специальный приз за любовь к истокам и сценический драйв. Теперь саровчанка поставила себе цель – пополнить свою копилку наград и все-таки завоевать гран-при. Также Ксюша покорила жюри конкурса «Семь нот». С композицией «Нас бьют, мы летаем» она заняла второе место. В еще одном музыкальном состязании «Патриоты России» саровчанка исполнила «Небо славян» и новую песню «Путь» и стала дважды лауреатом первой степени. На всех трех конкурсах Ксюша была единственной представительницей из Сарова. Сперва волнение, то есть стоишь, очень боишься сильно двигаться, но потом как-то все проходит, прям буквально за очень малое количество времени, все проходит, и ты как-то уже чувствуешь, что как будто в зале люди родные все, и ты просто вспоминаешь, как будто ты поешь моему педагогу, я пою, думаю об этом и пою. И у меня сразу проходит все волнение, и все получается. Ксения Занина участвует в конкурсах, чтобы раз за разом повышать свое мастерство, делать разбор и работу над ошибками. На творческом пути юную певицу всегда поддерживают мама и педагог Анжелика Ермакова. Я хочу еще поблагодарить моего педагога Ермакова Жигу Анатольевну за то, что она поддерживает меня, как и мама, и совершенствует мой вокал, помогает мне совершенствовать его. Ксения Занина и еще двое воспитанников Анжелики Анатольевны, Василина Афонина и Алексей Федин, прошли отбор в творческий проект «Nuclear Kids» и 8 июля отправятся в Беларусь. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.